А специалисты тем временем озвучили результаты исследований по замору рыбы на озере Большое Чебачье в Бурабае. Рыба погибла не из-за воздействия человека, а число причин помимо цветения водорослей добавился выброс природного газа со дна водоема. Груды мертвого малька и взрослых особей впервые обнаружили на берегах озера 12 августа. До 20 числа собрали уже 250 килограммов рыбы. В основном погибли сиговые породы, пелять и репус. По словам ихтиологов, они наиболее чувствительны. Населенных пунктов и предприятий возле Большого Чебачьего нет. В трех точках водоема исследовали воду прибором на содержание растворенного кислорода. Ничего критичного не нашли. Теперь ждут группу специалистов научно-производственного центра рыбного хозяйства. Вместе с ними сотрудники природного парка проведут более детальное изучение и дополнительные исследования. Возможной причиной гибели рыбы может быть выброс природного газа со дна озера, либо сезонное цветение водоема. Это у нас как бы ежегодно происходит, но не в таком количестве, как в этом году. Ну, скорее всего, да. Токсины и углекислый газ. Этот токсин парализует дыхательную систему рыбы.